Вы человек верующий, пришли на крестный ход? Конечно. Скажите, пожалуйста, а в чем ваша вера состоит? Ну, я не знаю. У меня вера состоит в том, что я испытываю чувство радости, когда я здесь стою, внутренне. Не знаю почему, но мне радостно, мне весело. То есть мне, как сказать, ощущение, что мой дед верил, что мой отец верил, что моя мать верит. А вы конкретно во что верите? Я конкретно? Ну, я, наверное, верю в силу, которая есть, Бог. Наверное, верю, потому что мне 61 год. В общем-то, и искалеченное наше сознание, нам в детстве вбивали, что Бога нет. Это очень трудно. Это потеряно неимоверно много человека часов любви и добра. Сейчас вот я это... Наверстываете. Наверстываю. И необыкновенно счастлив. А вы пришли на крестный ход? Да. А вот почему вы пришли на... А потому что мы любим. Мы сами несколько любим. У меня эти иконочки. Это наш святой. А в чем ваша вера состоит? Вера как? Ваша вера. Любить Боженьки, да. Надо любить, хотя мы грешные такие, знаете, и любим, и все равно грешим. Скажите, пожалуйста, а вот если вы пришли на крестный ход, вы, наверное, человек верующий, да? Пытаюсь. Да, верующих настоящих святых далеко, так, по мере возможности. А в чем конкретно вот проявляется ваша вера? Ну, по мне же сейчас не скажут, что я инвалид, пожизненная инвалидность у меня. Но у меня после монастыря вернулась память. И у меня 14 переломов, 23 дня комы. Давали врачи не больше года, двух максимум жизни. А сейчас я живу 13-й год. Поэтому это жена меня говорит, попытайся, может получится. С тех пор вот уже 11 лет молюсь, пощусь, стараюсь. И как вы пришли к вере? Вот так. Через смерть? Да, я был в коме 23 дня. После этого мне стало понятнее более, зачем я живу и почему. И зачем вы живете? Чтобы гадости другим не делать. Мне кажется, это главное. Ну, наверное, это маловато не делать. Наверное, еще надо что-то делать. Конечно, молюсь, пощусь, помогаю по возможности, но на инвалидность, на пенсию много не поможешь. Вот говорят, вера без дел мертва. Вот в чем конкретно проявляется ваша вера? Если мы не будем свои мысли, которые у нас в душе, подтверждать делами любви к ближнему, то она действительно будет мертва. Ну конкретно вы что делаете? Нужно проявлять... Нет, я не говорю, что нужно. Что вы конкретно делаете, как оправдание вашей веры? Что конкретно? А это уже оправдание, это уже обо мне должны другие говорить, что я конкретно делаю для них. В чем ваша вера проявляется? Вот каждый день. Каждый день? По каким делам можно сказать, что вы человек верующий? Это Господь уже, наверное, оценивает. А у нас как бы внешне это проявление формы, это совершение молитв, совершение добродетели. А внутреннее? А внутреннее это всегда присутствие, вот чтобы в душе был Господь Бог. А в чем ваша вера состоит? В том, что между нами любовь пребывает. В том, что мы творим дела любви. Пусть грешные, неуклюжие, но все-таки стараемся творить эти дела. То есть ему узнать, что вы мои ученицы, если любовь будет посреди вас. Вот в чем. А в чем ваша вера? В том, что я понимаю, что я несу ответственность не только здесь, но и после смерти за свои дела, и хоть как-то стараюсь делать их добросовестно. Можно вам задать вопрос? Вот в чем ваша вера? Вы могли бы как-то сформулировать ваше конкретно? Вера в Иисуса Христа, что православная вера? Нет, ваша конкретно. Вот в чем ваша вера?
хочу. Моя вера в Иисуса Христа. И все. Она непоколебима. Я настолько верю, вся моя семья верит. А в чем конкретно проявляется вот эта ваша вера? Любви к Богу и жить по заповедям Божьим. Я стараюсь лучше быть. В чем выражается каждодневно ваша вера? В чем она конкретно выражается? В чем она? Ну, стараюсь добрые дела делать. Ну, получается? Ну, не очень, но стараюсь. Можете сформулировать, в чем ваша вера? Вот радость, для себя. Радость, в радости. Да, и в любовь. В радости и в любовь. Да. Радость и в любовь. Вы пришли на крестный ход, значит, вы человек верующий, да? Стараюсь быть таковым. Стараюсь. Ну, конечно, верующий. А в чем ваша вера? В любви. То есть просто любовь и все? Да, это достаточно. Потому что Бог есть любовь. Если есть любовь, значит, есть Бог и есть вера в Него. Вот вы пришли на крестный ход, значит, вы человек верующий, да? А во что вы верите? В чем ваша вера? Я верю в Бога. Я знаю, что Он есть. И просто я верю в чудо, что произойдет чудо в дальнейшем будущем. Что Он нам поможет когда-нибудь. Моя вера состоит в том, что я хочу... Чтобы в мире был мир, можно сказать. А вы верующий человек? Да, верующий. А во что вы верите? В чем ваша вера? Моя вера в том, что нужно во что-то верить в жизни, чтобы это помогало жить. И во что вы верите? В Бога. Как, в какого? Берите камень. Скажите, вы тут человек верующий? По крайней мере, считаюсь таким. Считаете себя таким. Скажите, а вот вы можете как-то сформулировать, в чем ваша вера? Ну, во-первых, выполняю все предписания церкви, наверное, в первую очередь. Конкретно вот ваши, в делах, в каких ваша вера проявляется? Исполнение заповедей. Данных Христом. Нагорной проповеди и 10 заповедей, которые были даны перед этим. И вы выполняете их? Стараюсь. И все получается? Не все получается. А что не получается? Тараканы в голове есть, к сожалению, которые не дают это все задать вопрос. Да. А в чем ваша вера? Вера в том, что человек без... русский человек, российский человек, без веры, наверное, пустышка. Я прожил достаточно большую жизнь,
долгое время был атеистом, пришел к вере сам 24 года назад. Спасибо. Можно вам задать вопрос? Задайте быстро, я пошла. А в чем ваша вера? В любви. Вы знаете, в любви к людям. И милосердие. Собрать тебе на повторную операцию. Помогите, кто сколько сможете. Во имя Иисуса Христа прошу вас помочь, матушке. Помогите, во славу Божию. Собрать тебе на повторную операцию. Во имя Иисуса Христа прошу вас помочь. Помогите, во славу Божию. Собрать на повторную операцию. Разлить тебе воды. Извините, а можно вас спросить, а в чем ваша вера? Вера в Господа Иисуса Христа, воскресшего на третий день. То есть мы все предназначены для воскресения, и Он явился первым, который воскрес. И Он обещает всем нам жизнь вечную, жизнь вместе с Богом, те, кто Его полюбит. Вот в этом заключается вера. Не в тленной смерти во гробу, а в жизни на небе. Скажите, а вот в чем проявляется ваша вера? Ой, моя вера. Да я самый недавно пришел к вере, это самое, только 15 лет тому назад. Поэтому, как бы, так сказать, читаю утренние молитвы, вечерние. Так вот, разумляюсь потихонечку. Можно вам задать вопрос? А в чем ваша вера? Я верующий человек. А в чем ваша вера? Я чувствую, что Бог есть. И все? Конечно, я верую в Христа. А по каким делам можно сказать, что вы человек верующий? Это личные дела. Личные дела? Да. Нельзя это описать. Человек должен душой чувствовать Бога, вот и все. Спасибо. Извините, можно вам задать вопрос? А в чем ваша вера состоит? Господа, я Господа верю. Господь мой, я мой создатель. Мой, вы создатель моя жизнь, все у вас, Господь мой. Я Господь, я раба Божия. Не там закрыто. И я прошу